Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Wonder Blade. И для начала, ребят, мы с вами забежим, пожалуй, в магазин и посмотрим, что у нас по лечилкам. У меня, кстати, не так уж и много денег, между прочим. Но думаю, что... Фу ты, елки-палки, я уже забыл, что у меня надета вот эта голова. Так, надо докупить в обязательном порядке 5 штучек. Ну, я думаю, мне пока хватит. Оу-оу-оу. Так, перышко стоит почти 600 монет, ребята. Ракун 3000, да? Это у нас интересно, что такое, шапка или питомец? Наверное, скорее всего, шапка. Так, ну а остальное, в принципе, ребята, мне не нужно и не интересно. Так, у меня красный меч. Ну что, давайте, ребята, будем с вами переходить на новую локацию, да? Это у нас кладбище. Именно здесь мы с вами остановились, потому что замок ужаса мы прошли с вами. Фух, елки-палки. Какие тут замечательные, ребята, картинки. Что тут у нас? Арго Томб. Это какой-то у нас, я не знаю, подземелье, что ли? Ну ладно, давайте, ребята, будем сейчас разбираться со всеми. Ну, для начала, естественно, надо будет размяться, потому что сразу, может быть... Воу-воу-воу. А, глаз. Ползет. Да-да-да. Так. Неужели... А, нет, он уничтожил. Я думал, сейчас оживет. Так, ну вот и мы с вами. Злиться. Так. Воу-воу-воу-воу. Вот так вот он даже решил, да? Против меня зомбарей своих тут вызвал. Хорошо, будем наказывать этих зомби. Так, воу, они бесконечные, да? Походу дело было так постоянно выла... Да ладно, хорош. Зачем так много-то их сюда? Ой, магия, ребят, закончилась. Закончилась у меня магия. Давайте так попробуем. В рукопашечку. Классно, ребята. Шинкуем мы их. Многие ребята мне потом сказали там, что тебя, Рэй, ожидает скоро там осьминог. Еще кто-то. Да хватит вам уже лезть-то. Без конца ползут. Да, их тут действительно очень много. Но смотрите, ребята, они... Да куда же ты бьешь-то? Они практически ничего не могут мне сделать. Да, только что вылазит из-под ног. Это... Ой, ты куда? Елки-палки. Тихо, тихо, Рэй. Не надо так делать. Надо же было ударять. Вот, супер магии, конечно же их. Тихо, отвали. Куда ты разогнался? Куда ты, я спрашиваю, тебя разогнался? Бежит он. Нет, ребят, не тут-то было. Естественно, с ними тут довольно легко мы разберемся. Вы сами прекрасно видите, как я их нашинковываю. Так, а вот деньги мне нужны. Да их тут что-то слишком уж, по-моему, много. Может быть, надо что-то здесь сделать? Хотя вряд ли. Просто нужно их всех тут, наверное, забомбить. Так, мы этим, ребят, с вами и займемся. До сих пор я бегаю с этим, со своим первоначальным питомцем. Мне не хватает, ребята, денег накопить, чтобы купить себе кого-нибудь другого. Понимаете? Я до сих пор с этой птичкой бегаю. Так, все. Нашинковал. Так. Ага, можно пройти дальше. Ладно, ребят, погнали. Бежим, бежим, бежим. И мне кажется, сейчас все равно будут опять же зомби. Опа-на, там уже, ребята, еще и... Это кто такие? Я не могу понять. На гоблинов не похожи, если честно. Тихо ты. О, воу, 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 воу. Не надо так хватать меня за грудки и теребунькать. Отвалите от меня все. Так, нужно разобраться вот с этими мечниками. Мне кажется, они будут посерьезнее, чем вот эти вот ватные зомби. Так, отойдем. Да, елки-палки. Ага, они еще и прыгают тут, оказывается. Прыгунцы. Да отвали ты. Вот так вот. На-ка, разрубил его нафиг. Тихо, отвали. Давай дальше добивать их. Ну, вот хорошо, что мы с вами прокачали все-таки, ребята, магию огня, да? Хотя лед, говорят, лучше будет, потому что он еще и замораживает, помимо прочего, да? Так, магия закончилась. Дай-ка я подойду и буду вот так вот, в конце концов, с ними разбирать. Ой, я что, горю? Нет, не показалось, наверное. Да чтоб тебе, смотри, что делает. Как он там оказался, я не понял. На! Прыгать он уже там собрался. Я же чувствую, что он собирался сделать свой прыжок. На! Так, минус один я там вижу. Это, по-моему, ребят, последний. Больше почему-то никто не вылазит. Да нет, вылазит, вон они бегут. Орлы. Давай вот так еще разок сделаем. Мне бы хотелось бы, знаете что, ребят, здесь каких-нибудь новых суперударов. Вот. Так, а ты что тут радуешься? На! Вау, как мы его вспороли-то. Так, там конфетки лежат, в общем, подкрепиться нам есть чем, хотя мне этого и не нужно делать. Отвали. Интересно, какой здесь будет босс, а? Многие ребят, которые уже прошли эту игру, говорят,
понятно, что она довольно коротенькая. А мне почему-то кажется, что, ребята, она будет дальше продолжать нас радовать своими продолжениями. Может быть, разработчики просто не сразу весь контент выложили для нее. Ведь такое может быть вполне. Я так не понял одного, что у нас делает, ребята, эта голова медвежья. Я имею в виду в плане шапки вот этой вот нашей. Шапка, маска, не знаю, как назвать ее. Не помню, ладно, переходим сюда. И что тут? Опа, 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 с этими ребятами мы уже с вами встречались, да? Так, давай-ка вот тут вот накажем этих олухов. Воу, один за другим ползет. Один за другим. Так, а ну-ка давай-ка его поджарим маленечко. Потому что этот жиробас мне здесь не нужен на самом деле. Хоть он и медленно идет, но я боюсь, у него очень будет мощная, сильная атака. Так, надо отсюда уходить, потому что меня уже, ребят, зажали тут. Ну-ка, огонечком их. А ты-то что, радостный, вылез тут мне. Ручки тянет. Нет, ничего такого не будет. На-ка. Почему он здесь сильнее, ребят? Он в тюрьме был намного проще и быстрее я его разбирал. А тут, смотри-ка, раздухарился, ё-моё. Так, что там? Он взрывается, ребят. Есть. Все. Нет, не все. Сейчас, наверное, еще выйдет. Ой-ой-ой-ой-ой, я же забыл, ребят, что это кислота. Она же отравляет нас, убивает. Потихонечку, постепенно. Так. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Давай-давай-давай, продолжим. Готовченко. Ну, что дальше? Кто еще выйдет? Никто, ребят, никто не выходит. Нас просто приглашают дальше пойти. И здесь что? Враги. Оу, мышки. Здравствуйте, здравствуйте. Давненько я вас не бомбил. Сейчас я с вами быстренько тут разберусь. Естественно, лучше их вот так вот в прыжке бомбить. Хорошо, что они такие ватненькие. Но их, наверное, здесь будет много. Ну да, вон они идут. Летят одна за другой. Ну что же, им не повезло. А если еще и вот так, огонечком. Да, быстро мы с ними разобрались здесь. Ну что ты летишь тут? Блин, их много. Их, ребята, здесь будет много. Эй, я хотел вот так вот. Я все время, ребят, путаю эти кнопки. Постоянно. Вместо прыжка, вместо атаки, вместо уклонения. Не все не так, как надо, я хочу. Так, еще... Эй! Да ладно! Да отвалите от меня! Эй, 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 не надо бить! Не надо бить меня! Дай уйти! Нате, получите огню! Огню! Больше огня, ребят, конечно же, больше огня. Так, этих мы попробуем так зашинковать. А, уходим. Огонечек. Так, еще сейчас, ребят, накопится огонь. Вот так, ульту я пока не буду тратить. Мне кажется, что она мне пригодится. Так, дайте я съем. Ага, съел, подкрепил себе здоровье маленечко. Ну давай, давай, давай. Я тебе сейчас огоньком-то вжарю. Вот так вот. Уклоняемся. Так, замечательно. Дай-ка я, смотри, смотри. Блюет опять, да, своей кислотой. Я просто боюсь. Ну ладно, хорошо, давай попробуем так вот. Отойди, отойди, отойди. Фух, чуть было своей кислотой в меня не плюнул. Так. И почему-то у меня очень сильный расход. Я смотрю, ребят, по энергии. Именно по супер удару. Ой, еще один, ребят, еще один вышел. Отойдем. А, он, видимо, может только... Он, видимо, может только, ребята, плевать в меня. У него нету физической атаки, да? Ну, проверим. Или может все-таки звездануть? Нет, не может, только плюется. Еще с таким тесаком в башке, главное, да? Ходит здесь. Ну, где его здоровье? Я не вижу, ребят, здоровья. Сколько в него еще надо бомбить? Все, 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 отходим. Все, готов. Так, и нас приглашает дальше. Давай посмотрим. Ага, катакомбы. Ну что же, погнали. Погнали, посмотрим, что у нас, ребята, будут здесь в катакомбах. Наверное, всякие зомби, нет? Опа, не понял, а мне куда? Мне надо вот сюда идти. Ловушки, значит, да? Ну-ка, оп, ребята. Слизни. Обычные, даже без улыбочек. Так, тихо. Оу, сколько мне... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я что-то, ребята, просто не увидел эту кнопочку. А, смотри, что делают. Они прыгают мне на голову, ребята. Да елки-палки. Они прыгают мне на голову. Так, отходим, Не понял, а ч... Да тут все, ребята, у нас в ловушках в этих. Представляешь, все. Вот сюда мы встанем и будем, ребята, их жарить огнем. По-моему, они боятся огня очень сильно.
Отойди, да ё-моё. Тут бегать надо, увиливать, чтобы не попасться по этим ловушкам, по всем. Но. А так мы сможем? Да, ребят, так я атакую. Отлично, у меня получается все. Да ё-парас, это что ты? Как этот, я не понимаю. Отлично. Отлично, все у нас пока идет. Ну, нет, все-таки очень быстро у меня заканчивается, ребята, энергия. Может быть, потому что я прокачал себе... Ай, опять, вот глупость-то какая. Может быть, потому что я прокачал себе магию огня, и она теперь намного больше тратит ресурсов. Да ё-моё, я думал, что возьму тихонечко, безболезненно для себя. Так, еще зомби тут появляются. Ладно, попробуем, ребята, с ними вот так вот коротко и быстро поговорить именно в рукопашном бою. Да отвали ты, да чтоб тебе, да как ты умудряешься-то мне схватить-то, а, олух? Как у тебя это все получается, объясни мне. Я вроде вот бомблю, а он взял меня и схватил за грудки, за шкирку. Так, хорошо, что у нас ребята тихо сзади. Они с этим фоном просто-напросто сливаются, и я иногда могу их, ребят, не заметить. Они какие-то серые, невзрачные. И пол, как вы видите, тоже какой-то серый и невзрачный. Да ё-моё, со всех сторон тут понабежали олухи. Естественно, ребят, для чего я прокачивал себе магию? Ну, потому что не все у нас получается в ближнем бою, особенно с боссами. Это вообще какая-то катастрофа. К ней практически не подойти. А если подойти, то нужно вырабатывать определенную стратегию. Ну, с магией все у нас намного проще, вы сами это видите. Ну, вот единственный недостаток, она у меня быстро заканчивается. Может быть, нам надо в следующий раз как-то улучшить или увеличить столбец нашей магии. Куда ты разогнался? Куда? Ой-ой-ой. Пардончи. Идите сюда, я накачу, всем накачу. Вау-вау-вау-вау. Орёт, как... Блин! Вот тебе, ребята, и кувырок называется. Еще и этот вышел. Еще и здоровый зомбарь. Так, ладно, с ним намного проще. Он только лишь у нас что? Плюется, да? Плюется кислотой. Так, а почему, интересно... Почему, ребята, на них не распространяются ловушки, а? Почему они могут по ним спокойно ходить, и им ничего за это нету? Даже урона нету. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Как же это, ребята... Вот теперь у меня здоровье-то пошло тратиться. Мы это прекрасно с вами видим. Отвали от меня, жиробас ты чертов. А я сейчас тебе в ответку вот так. Добил, нет? Да, ребят, я его добил. Быч, разорвало просто-напросто в хлам на кусочки. Ну, что здесь? Опять слизни, да? Так, подожди-ка, я слышу вроде бы где-то зомби, ребята. Ой-ой-ой, это еще что такое? Ребят, это огромный слизень. Очень огромный, посмотри. Хорошо, что здесь нету никаких, ребят, ловушек. Это типа мини-боссика, да, я так понимаю? Судя по тому, что у него, ребята, показывается полосочка здоровья, вон она наверху. Слушай, я надеюсь, это не как в тот раз, который может... Ой-ой-ой, он, по-моему, ребята, он, по-моему, психанул. Он психанул, он меня ловит. И мне кажется, что он сейчас распадется на маленькие вот эти вот зелененькие слизни. Он еще их и призывает, вот что. Он еще их и призывает. Главное, чтобы потом не дать ему собраться, если это тот. Помните, как в самых начальных сериях был такой слизень? Мы его били, он потом разлетался на очень много маленьких, а потом надо было эти маленькие как можно быстрее подбить, иначе он потом заново собирался. Ну да, что-то типа того. Вот! Вот, ребята, мы видим, что он хочет сделать. Он хочет соединиться. Не-не-не-не, я не должен этого позволить. Да ладно, он все-таки успел, но он не такой, или такой же большой, ребят. Нет, не такой большой, но все-таки он успел соединиться. Так, ладно. Да ёпрасы! Тешечки, что ты? Что он распсиховался-то? Ой, ребят, может быть мне ульту? Нет, не хочу ей ульту использовать здесь, она мне пригодится. Так, вот он опять соединяется, вот он как этот, как в Терминаторе, помните, жидкий, который все время хотел... Не все время, он вообще-то всегда притягивался. Да что ты... А как тогда? Ребята, а как тогда быть? А как быть? Я же вроде бы всех подбил. Что-то странное здесь творится. Может быть, надо его поджарить все-таки вот так вот. Ну, минус один. Так, а этого? Он опять... Нет, ребят, все, я смог его победить. Вот дотошный босс, а. И что же дальше? Дальше, ребята, мы прошли с вами эту локацию. Мы когда-нибудь выйдем с вами в свет? Или так и будем по подземелью поэтому бегать? Так. О, ребята, опять что-то с управлением.
Смотрите, ребята. Вот что это за косяк такой, я не понимаю. Смотри, пока меня... Нет, я думал, меня пока не ударят. Оу. Да что такое? Почему, ребята, он бежит все время сам туда? Мне не нужно, чтобы ты бежал туда. Я не пойму, ребят. Вот этот вот баг игровой, серьезно вам говорю. Он меня раздражает. Очень сильно раздражает. Я так могу погибнуть просто-напросто. Да чтоб тебя. Смотрите, я... Я не могу даже магию, вот. Так, хорош, блин. Да ну что ты будешь делать? Я не могу ничего сделать, ребят, здесь. Вообще не могу ничего сделать. Сейчас еще меня здесь и забомбят, да? Сейчас меня еще здесь и забомбят. Еще будет вообще замечательно. Даже магию не могу применить в эту... Нет, применяю, но почему-то все равно он не оборачивается. Он как-то ее спиной бомбит, что ли. Или как это назвать по-другому. Ну ладно, давай-давай, подходи сюда, олух. Отлично. А как мне так играть-то дальше? Это очень сложно, ребят, на самом деле. Опачки. Ребята, смотрите, баг. Видите? Мне показали, что я должен идти сюда дальше, но я не могу. Сюда я тоже не могу двинуться. Короче, ребят. О, теперь он стал нормальным. Что это такое вообще происходит в игре? Не пойму, ребята, это меч просто или я могу его взять? Нет, этот просто меч лежит. А так выглядит солидно, да? Напоминает мне чем-то меч из Devil May Cry. Так, ладно. Сейчас я с этими олухами разберусь. Ну, теперь-то я на коне. Теперь-то у меня все нормально с управлением. Мне там еды подкинули маленько, как собаке кость. Дайте я подберу, оп, и вот сюда быстренько смотаюсь. Так, отлично. Кстати, вот эти вот, ребята, нарушения с игровым управлением в этой игре почему-то происходят частенько. Вот что я хочу вам сказать. Так, тихо, тихо, тихо. Прицепился, присосался, а? Упыреныш. Ну. Добьем, добили. Нет, не добили. О, а как ты? Как ты схватил-то меня? Ты ж был очень далеко от меня. Не понимаю я этого, если честно. Ну, все? Или еще кто-то будет? Дай монетки сюда. Ну-ка, этот меч действительно, да, ребят, это просто меч. Нарисованный, так скажем. Ну что, я... По-моему, ребята, что-то со светом становится. Ой-ой-ой-ой-ой, мне не нравится... Сундук, да? Я что-то думаю... Тихо! Это кто? Ёпрсте! Тихо-тихо-тихо! Зашибись! А-а-а! Да что ты делаешь? Ага, понял. Угу, понял я. Так, он меня ловит. Да хорош ты уже, что он делает? Я вообще не могу понять. Давай так попробуем. Ага, попробовали. Блин, еще как-то... Тихо, что это он делает? Что такое сейчас было? Что он-то выплюнул какие-то в меня шарики, ребята? Они за мной, по-моему, охотятся. Нет? Да, по-моему, они за мной. Твою же налево. Еще каких-то червей опарышей тут призвал. Ах! Не тут-то... Да ё-моё, посмотри, они... Давай попробуем так сделать. Ребята, он очень много и быстро у меня отнимает здоровье. Так. Ага. Уклонение, значит, ребят, срабатывает. Что, опять? Опять шарики свои запускает. Так, ладно, попробуем, ребят. Ага. Лучше там не прыгать под ударами под его, да? Да хорош ты уже! Эй, ребята, хиляемся срочно. Да я у него вообще здоровье не отнял еще. Ты. Как с ним быть-то? Опять он этих червей. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, да фигня какая-то полная тут происходит. Мне не хватит. Мне не хватит здоровья, кажется. Он очень-очень мощный. А как вот против этих рук-то быть? Так, опять он эти шарики выпустил. Ё-моё, да, даже не шарики, ребят, какие-то волны, я не знаю, чего там, какого-то фигни какой-то. Черви мешаются, очень сильно мешаются. Они меня здесь, ребят, сбивают. Погнали на ульту, короче, ребят. Где у меня мышка, не вижу я. Попробуем сейчас. Сейчас, по-моему, отдуплюсь, а не попробую. Да дайте мне хоть сделать хоть что-нибудь-то. Ну и что это? Это ерунда полнейшая, ребят.
Так, ну вот уже опять будет сейчас выпускать, да. Он, ребята, опять выпускает свою вот эту вот херобунтию. Почему так много здоровья отнимаешь-то у меня, а? Говнюк ты этакий. Давай. Уворачиваемся. Опять, ага. У меня, ребят, последняя хпшечка. Последнее здоровье. Кажется, ничего проще нету, да? Просто уворачивайся и все. А может быть, так надо, ребята, делать? А почему не сработал сейчас у меня апперкот? Вот, все работает. Отвали. Да ну, хорош ты. Так, всю энергию, ребята. Хорош, успокойся. Ребята, я должен его подбить. Да как ты это делаешь-то, упырь? Фух. Ребята, я просто напряжен, как не знаю кто. У меня денег просто нету потом, чтобы я смог себе что-то докупить. Тех же самых аптечек, ты понимаешь? Сейчас будет эту фигню свою выпускать. Давай сюда вот. Хоть бы какое-нибудь пропитание бы кинули, что ли. Эй! Дайте мне пропитку. На, гаденыш, получи. Уворачиваемся. Щет. Ребят, совсем немножко осталось. Совсем немножко. Я должен. Ребят, я должен его добить. Да отвалите вы, блин. Ребята, я сейчас проиграю. Нет, этого не должно было быть. Этого не должно. Мне не хватило, ребята, просто одного удара. Как вы думаете, я без этого пройду? А чё, отсюда начинаем? А чё так? Я думал, мы начнем прямо, ребята, со скелета. С босса. Слушайте, ну мне тогда, знаете, что проще? Проще выйти, да? Из игры. Сходить, купить себе лечилок. Я без лечилок здесь не смогу. И просто-напросто пройти этот уровень. Давайте, наверное, так с вами и сделаем. Ну что, ребята, давайте быстренько забежим с вами вот сюда. И купим себе аптечек. Сколько они? 200 стоят, да? У меня 800. То есть 4 аптечки я всего лишь могу здесь приобрести себе. Раз, два, три, четыре. Да, и все, ребята. Я буду надеяться, что этого мне хватит для того, чтобы забомбить этого скелета. По крайней мере, я понял его стратегию. Надо будет просто почаще уворачиваться. Так, заходим сюда. Так, погоди-ка. А это мы... А, вот, ребята. А значит, у нас еще что-то будет дальше. Так, ну что, заходим сюда. Заходим сюда и смотрим. Начнем со скелета прямо или мне придется еще куда-то там... Да, нет, мы начинаем, ребят, по-моему. Да, со скелетиков с этих. Не знаю. Да что ты прицепился-то ко мне, а? Ладно, они, ребята, сами по себе очень легкие. Вот эти вот черепундели, да? Скелетики. Сейчас мы с ними быстренько разберемся. И, кстати, вы заметили, что не выпадает никакого нового ни оружия, ничего, да? Нет, немножко напрягает. Потому что мне почему-то кажется, что вот этот вот меч, который у меня в данный момент в руках, он уже слабоват для вот этих вот монстров. Да отвалите вы все. Мало вам, что ли, досталось от меня в прошлый раз, да? Вы еще хотите? Отходим. Раз, два, две волны запустили. Отвали. Мне аплодисменты, да, за серию атак. То есть, получается, он просто даже когда бежит, вот этот вот черепок, скелетик, он наносит по мне урон. Тогда и монетки все, потому что деньги мне здесь очень нужны. Я все, ребята, растратил. Если я не смогу победить этого скелета сейчас, то вы представляете, сколько мне придется фармить времени голду, чтобы купить себе аптечки и потом проходить это все заново. Это, ребята, очень долго, нудно и дотошно на самом деле. На обычных вот этих вот монстриках это... Ну, нереально, ребят, накопить такие большие суммы. 1000, как говорится, вот этих вот монет. Надо, естественно, фармить боссов. А боссы здесь тоже такие, знаете, не совсем бы, я бы сказал, легкие. Ну, не считая там, конечно, самых-самых первоначальных. Но я так понимаю, что за них очень мало дается, ребята, денег. Сундучков дается много, а вот именно количество монет и рубинов, самоцветов там мало в них.
Так, ну-ка попробуем. Надо было мне, наверное, ребята, прокачать еще и торнадо, да? Это вот этот вот круговой, завершающий, так сказать, серию меча удар. Вот. Нет, почему-то он сейчас его не делает. Вот, вот этот вот, ребят, который вот меч, когда он крутит. Это называется торнадо. Но это нужно сделать, ребят, целую серию атак. Так, вроде бы все, да, мы с вами, да, мы идем к боссу. Ух, босс. В общем, стратегия, ребята, нам ясна с вами, да? Мы просто вот так вот бомбим. Уклоняемся по возможности. Да чтоб тебя, поймал меня все-таки. А почему? Хорош, завязывай, должно срабатывать уклонение. Понятно, может быть, я просто не очень вовремя это все делаю. Ага. Так, отлично. Хорошо-то как. Не надо здесь свои... Так. Что ты там собрался делать? Ац! Зацепил, гаденыш. Так, надо огнем его жарить. Чтоб ему было неповадно. Что он там начинает сейчас делать? А, ну понятно, он выпускает, ребят, вот эту вот ерунду. Так, отлично. Здесь, ребята, у него... Да чтоб тебя, эти шарики, ребят, меня пробивают. Вот в чем проблема. Они... А, они за мной! Так, вот этого только нам не надо. А какого фига отхил-то сработал, ребят? Я его не включал. Твою же... Да ты достал уже, блин! Этих опарышей нужно валить. Этих опарышей, ребята, нужно валить. На! Ты достал. Опять выпускает, да? Опять, ребята, он выпускает эти шарики. Да от них ничего не сделать, ребят. Я пытаюсь как бы уклониться, но... Как видишь, у меня не совсем хорошо получается. У меня ульта накопилась, ребят. А что, эти шарики можно подбивать, что ли, я так понял? Когда по ним бомбишь, или мне показалось? Дай-ка я, ребята, ульту зафигачу. Пускай он знает. Да, на этот раз не так уж и много мы отняли у него здоровья с помощью нашей ульты. Надо было, наверное, все-таки призвать мне сюда джина, чтобы он мне помогал. Но для этого надо переключаться на лед. Так, тихо. Ага, пять. Да ну, хорош, завязывай, парень. Твою мать, придется лечиться. Да шарите, не... Шары, 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 залили. Раз, два. Уворачиваемся, уворачиваемся, говорю. Медвежонок. Медвежуть. Не, я его здесь урою, ребят. Я его урою здесь все-таки. Ничего у него здесь. А по этим шарам магии бесполезно бить, кстати. Вот что я могу сказать. Так, бомбанул опять, да? Блин, да я хотел вообще делать уклонение. Нафига ты так? Да что ты, блин, вместо того, чтобы магию у меня прыгает он. Все, достал ты, короче, меня уже. Ты достал меня, черепундель. Босс скелетов, так назовем его. И, да, кейо. Фух. Пришлось, ребят, немножко попотеть. Сам по себе, как вы понимаете, босс не такой уж и сложный. Так, и время 5.03, хорошо. Мне что-нибудь за это, бонус какие-нибудь, а? Так, 7340. И очень много дает мне сундучков. Но это еще, ребят, не все. Вау. Анчивка, ребята. Кстати, вы узнаете, что это за шлем? Silent Hill вам в помощь. Так. Ну-ка, давай-ка. Еды. Вы вместо еды лучше бы давали бы мне, блин, денег побольше. Зачем мне здесь еда? Она здесь не нужна мне нисколечко. Так, давай посмотрим, что это за меч вообще. Минус 15 к магии, но зато... Блин, ребята, минус 15 к магии. Ты представляешь, у меня будет физуха, да, и здоровья много. Так, ну в любом случае я возьму, ребята, этот меч, чтобы он хотя бы засветился просто у меня в инвентаре. По-моему, это так работает, да? Если ты взял меч, он у тебя будет потом при выборе. Так, забираем вот это все. В данный момент, вот, считайте, ребята, я заработал, ну, 200 монет с босса. 200 монет. Теперь представь, сколько мне нужно проходить этого босса, чтобы я заработал 1000 монет.
Логично, да? 5 раз, ребят, надо проходить его. Так, и это что такое? Вы серьезно? Вот вы сейчас серьезно вот это вот? Мне совсем не нравится, ребят, такой расклад. Совсем не нравится. Эй, погоди. А дальше-то что? Что дальше-то? А, должен бомбить вот эту вот штуку, чтобы открыть ворота. Все, я понял. Отвалите, отвалите, упыри. Слушай, вот тут, наверное, надо было мне взять вон тот меч, как раз, который мне предлагали, чтобы... Так, тут ломать ее надо, да? Понял. Тут даже, ребята, не до денег мне на самом деле. Да ты будешь ломать-то, ё-моё. Все. Нет, не все. Нет, 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 нет. Фу, я успел, кажется. Успел. Так, давай ворота открывайте мне. И заодно... Вот, все, можно... А, тут не обязательно даже с ними драться. Да отвалите вы, блин, упыри. Да ну хорош, блин. Да, ребят, ну что... Да сдохните вы все там, а. Я не успею. Я не успею. Это что за уровень такой, блин? Сейчас меня раздавит. Вот так вот, ребята. Офигеть. Это называется офигеть, ребята, уровень. Активировали, блин, кнопочку. А как я там должен, ребята, тогда делать? Как я должен вообще это пройти, этот уровень? Ну, если здесь все понятно еще... Да отвалите вы от меня. Может быть, в прыжках, я не знаю. Так, хорошо, здесь мы прошли. Да отвали ты, говорю, говнюк от меня, блин. Ребят, я не знаю, может быть, только в прыжках. Хорошо, предположим. Да вы что, вы издеваетесь, что ли, до мной, а? Давай в прыжках. Давай так. Они меня просто, ребят, кусают. Да что за уровень-то такой? Тьфу ты. Блин, ребята, напряженно все очень. Да куда ты прыгаешь-то ты? Давай просто прыгай в прыжке вот так вот. Есть, отлично. Да куда ты? Сматываемся, ребят, сматываемся. О-о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 -
Так, продвигаемся дальше. Это просто, ребята, жесть какая-то. Они отвалят от меня сегодня или нет? Давай, 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 прыгай, 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 открываем. Есть, побежали дальше. Да отвалите вы, упыри. Ребятулечки, я просто весь напряжен. Свет, свет в конце туннеля, я вижу. Все, ребята, я выбежал отсюда, по-моему. Ведь выбежал же. Фак. Спасибо, congratulations, блин. Давайте, ребята, бомбить эти. Где бочки? Вот они. Давай. А, что ты делаешь? Так, бомбим, 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 бомбим. Не пропускаем по возможности, ребят, нисколько бочек. Да я уже тут... Да, ребят, рекорда мне, по-моему, не светит, да, я так понимаю. Да куда ты? Я сам путаюсь. Так, ладно, хорошо, давай так сделаем. Так, так, так. 60. Рекорда, по-моему, действительно, ребят, не будет. Магия еще закончилась. Все как-то вовремя. 70. Мой рекорд был почти 100, да? 99, если я не ошибаюсь, ребят. Но этим здесь что-то почему-то и не пахнет. Да, 88 бочек всего лишь я смог подбить. Это мало, ничтожно мало. Потому что денег мне не хватит, ребята, на окупку всех моих хилочек. 5 штук нужно. Это у нас, ребята, 200. 200 монет ровно. Ну что, давайте забежим с вами в магазин. Посмотрим, что у нас продается в нем. Фух. Так, ну что, здорово, бродяга такой, боится, там трясется. Ну, естественно, мне надо докупать. Докупил. 3, всего лишь 3.
Блин, тут, ребят, такие классные штуки. Смотрите, новая шапка. TV Lover. Блин, оружие-то какое-то, посмотри. Вау. Вау. И ценник тоже хороший. Черт, вот это классно. Слушай, а это, ребят, специальный какой-то посох, видимо, да? Да, посох. Да, отлично все, ребят, все отличненько. Ну что же, как вы понимаете, я буду играть с тремя пробирками. Это, конечно, вообще ни о чем. И, как вы видите, ребята, у нас с вами открывается порт. Я так понимаю, кораблик. Так, что тут мне дали новенького, я не вижу, ребята. А, вот же, так. Восстановление ХП. Ну, давай, оденем. Ну что, ребятушки, будем на этом, наверное, закругляться. Обязательно с вами встретимся в следующей серии. И уже будем, наверное, скорее всего, на корабле или в порту. Увидим, в общем, все это в следующей серии. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.